И всем еще раз здравствуйте. 16 августа 2024 года и два братишки продолжают искать своих папочек и мамочек. Это красивенный, черно-белый, наряднейший, невероятный красавец Корсар. И шикардосный просто мальчишка черного окраса. У него на грудочке чуть-чуть белого. Зовут его Скат. Эти два длинношерстные мальчишки родились от пары в нашем питомнике по кличке Шаман, шоколадный папаша, папонька красавчик, и мамочка Лаванда. Также эти дети являются внуками нашего Филиппа. Эти малыши уже полностью привиты, чипированы, имеют документы клуба, тату в паху, не имеют никаких дефектов. Еще раз, они длинношерстные, вот такие лохматики. И они в поисках своих самых лучших семей. Вот этот красивый мальчик. Они оба красивые, но вот этот вот черно-белый продается за 100 тысяч рублей. Вот этот черный красавец абсолютно, посмотрите внимательно, какая у него мордашка, за 80 тысяч рублей. Если вы приобретаете, независимо каких, но от двух собак питомники Костропола в доме, счастья этих прекрасных малышей, будет очень приятная скидка. А также, кто смотрит это видео до конца, если до следующего четверга щенки уедут в новый дом, я делаю скидку еще по 10 тысяч рублей. То есть этого малыша за 70, а этого за 90. Добро пожаловать за счастьем на приятную акцию дома Костропула. Добро пожаловать!